Сейчас идем. Так, сегодня у нас 16 сентября, 17 год, Харьков. И в Харькове пикники, научные пикники. Сейчас будем посмотреть, что это вообще такое. Да, пахнет неплохо. Идея заборчиков не вполне понятна, потому как все открыто. А? Вон, видишь, впереди? Там у нас хатуб, я не пойму, что-то как-то попрозрачнее стало. Вот, смотри, скорая помощь приехала, смотри. Ты видишь, какое дубище, сынок? А? Это этот охраняемый, не знаешь? Может, лучше кришнаидов? А вот и скоро. Не, это не скоро, а скоро. Очень удачно. И очень вовремя. Да. Давай. Юридический факультет. Так, наверное, надо последовательно, а то сейчас потеряешься. Своих я уже потерял. Что это такое? С чем его едят? Микробы как люди. Да. Микробы как люди. Люди как микробы. Опс. Вот это да. Нерабочая лампа, понимаете, абсолютно перегретая лампа. Так вот как делают сладкую вату. Лампушка. Давай, ты боишься. Вот это уже похоже на пикник другого. Аппетита почему-то не вызывает. Макснет, ну это провайдер интернета. Университет национальных справ. Попробуй, сказал.
Student Chapter Институтов радиофизики и электроники. От завтра, кстати, осенний велодень у нас в Харькове. Разрешите. Вот это мероприятие точно стоит не пропускать. А, это офтальмика. Ну, у меня, слава богу, 100% пока необходимости нет. Технично студия Винахідник. Смотри, это будущее Европы. Ты, Андрюш, иди посмотри. Колледж. Тут и институты, и колледжи, и кружки какие-то, я так понял. Солянка полная. И какие-то фирмы. Это зависимость давления от скорости воздуха, да? Как это? Закон Бойля-Мариотта. Чем выше скорость, тем меньше давление. Знаем мы такие опыты, на пылесосе проводили с шариком для пинг-понга. О, а он я уже ласты завернул. Да, выглядит это как в фильмах про подпольные наркодельцов. Ну, Украина страна открытая, а тут все. О! Это у нас что? Я энтомолог. Лечу собирать бабочек на Суматру. Ой! Ёжик, ёжик, ни головы, ни ножек. Software and Computer Museum. Музей компьютеров. О, почти как у меня. 1986 Macintosh Plus. Он рабочий. Давай. Я серьезно. Единственная проблема — 120 вольтовый на американец чистый. Ну, через латер включали. И 60 герц. 60 герц — это не самая большая проблема. О, Стив Джобс. А там что у нас такое? Фонтанчики. Где-то есть дубы, говорят, с корневой системой до 600 лет. Да, подходить страшно. Может быть, лампа Аладдина, а может быть, не хочу даже думать. Ничего не вижу. Одни какие-то симпатичные девушки. Так что, скорее всего, это что-то о стоматологии. Ой. Так, а это что? Дактилоскопическая карта. Не слышно наверняка, как тут пахнет вся эта химия. И в этом смысле это хорошо. Так, вот это я снимать не буду. Там только после 16. Вы видите? Ой, какая красота. Стоматолог? Раз в полгода. Как я и говорил, стоматолог. Стоматология.
Міського господарства. О, это мы знаем. Что украшает нас? Был я там на лекциях. Капнули, проверили, да, можете дальше покупать. Нет. Торги вынуждены, экономичны. Так, по-моему, я что-то пропустил. И, по-моему, это к лучшему. Хрен редкий не слазит. Ассалудра. Это у нас маятник Фуку, я так понял. Надеюсь, не Умберто Эковский. Умберто Эко, маятник Фуко. Очень рекомендую прочтение. Оптические забавы. То есть по-любому надо беречь глаза. Микроконтроллеры, это просто микроконтроллеры, скорее всего, все-таки. Вам не интересно, если портативная энергостанция для туристических походов. Это удобно. Фармацевтический университет. Все добре. Чуть на самокате меня не самоукатили. Аква, вижу аква, аква что? Лекарство боится пугачей. Аква пурификата. По логике вещей вода чистейшая. Вода чистая. Благодейный фон. Забота, науковые пикники. Сейчас уплатим. Так, ну сейчас найдешь. Уругвай его? Да, Уругвай. Уругвай, Уругвай. Да. Смотри, вот это у нас идет Латинская Америка. Или Южная. Это Северная Америка. Уругвай. Кого хочешь, выбирай. Это как бы книж, это а я тебе назвать. Samsung. Не пройду. Пожалуйста, стажер, ты сейчас вниз будешь. Житлово-коммунальный колледж. Рошен, мне не кажется. Сборник рецептур. Ой. Спасибо, спасибо. Это моя сестра, девочка, с которой я не на танцы. Да, я устала. Ага. И где это у нас что? А мы вас вообще красота.
Ну, если с вестибулярным аппаратом не лады, продолжать не стоит. Микробы, как люди, это просто слоган сегодняшнего дня. Волонтерская группа нагадует солдата. О, это я ел. В огромных количествах. Не, я такого уже наелся за год, честное слово. Спасибо. Это новый сухой эмошный. Да, такого я не видел. У нас вот такие были. У вас вот такие вот были? Да, да. Ну, вот такая пакет. Не, это другой. А, другой, вот, это вот пакетики, да. А это новый. Новый, который сейчас вместо вот этот будет менять. Первая тут. Да, вот такого не было сахара. Мед был такой, и сахар был в похожих пакетиках. Ну, это же и есть, это же официальный индивидуальный рацион питания мощный. Да, вот эти печенья, конечно, они просто, это зубы об них ломать край. А это вот новый, видите, спасибо. Какой теперь такой, как американский. Готовый, в мягком, был у нас американский. С разогревайкой. С разогревайкой это, был, это наш, ну, американский. Это наш теперь вот украинский, такой. Американский вот. Это украинский. Да. Это нам ребята подарили свой сухпай. Хорошо, не поели. Да. Не, ну нам один, я даже не помню, как он к нам попал. Не скажу, что он на этот был похож. Но с разогревайкой тоже был. Ну, американский тут был, да? Ну, был, ну нам, да, по-моему, да, сказали. Да? Это был 15-й год, сентябрь, август 15-го. Вот где-то а тогда. Это мы делаем. А какой завод производит? Киев, Харьков? Это я не знаю, какой это завод. Это не Харьков делает. Написано Полтавская Пирятинский, область. Пирятинский. А, Пирятин. Ну, там классно. А это мы такие. Делаем. Это волонтерские, помощь волонтерской армии. На году солдата Харьков. Да. Ну, спасибо, понятно. Сейчас я, наверное, и сам что-то положу. Батончики, бомбочки. До сих пор работаем, потому что все еще нужно. Да понятно. У меня половина подразделения еще осталась. Спасибо. Не за что. Так. Ладно. Москвальная ситка. Тоже пользовались, подвозили нам. Больница. Ну, в больнице мы уже были. На. Ну ладно, будем ждать, пока реконструкция парка завершится, а пока... Харьков, 16 сентября, 17 год. Там больница переполнена. 17:09 по Киеву. И дуб просто завораживает меня. Ну ладно, не будем по этому поводу инсинуации разводить. Дуб красивый.